Студенты Казанского федерального университета начали заселяться в общежитие. 24 августа процедура заселения проходит обучающиеся Института психологии и образования, Высшей школы информационных технологий и информационных систем и Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Их количество составляет более 2000 человек. Студенты первого курса, которые являются гражданами Российской Федерации, заселяются в КСК КФУ. Они здесь проходят инструктаж по технике безопасности, электробезопасности, узнают правила внутреннего распорядка университета, распределяются по комнатам и уже переезжают в деревню Универсиады для заселения. Первокурсники уже готовы и к обучению, и к студенческой жизни. Казанский федеральный университет предлагает широкие возможности для самореализации. Безусловно, жду новые знакомства, общение. Это, безусловно, творчество, спорт, социальная жизнь и научная, конечно же, практика. Помимо первокурсников заселяются и студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Особый подход требуется к иностранным студентам, поскольку их заселение связано с постановкой на миграционный учет. Сейчас все структуры, и департаменты молодежной политики, институты, факультет, наш департамент по обеспечению внутреннего режима гражданской обороны и охраны труда, студенческий городок, деревня Универсиада, служба главного энергетика, все работают над тем, чтобы действительно создать условия и обеспечить эффективные процедуры заселения наших студентов в общежитии университета. Также для их заселения трудятся студенческие организации, а именно профсоюзная организация студентов, ассоциация студентов деревни Универсиады, Объединенный совет студенческого городка и ассоциация иностранных студентов. Процедура заселения продлится до 31 августа. Обучающиеся распределятся по 20 корпусам деревни Универсиады и 10 общежитиям студенческого городка Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Ангелина Сайдашева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.